Всем привет, дорогие друзья, с вами Стэк, и в прошлой серии по арку мы с Антониной наконец-таки выбрались из Генезиса. Это было самое худшее время для наших героев, которое стоит забыть как самый страшный сон. Но теперь, вернувшись на родное Вальгуэра, мы сможем снова заняться привычными делами. Приручать бесполезных зверушек, смеяться с фекалий и так далее. Так что наливайте себе чай, сегодня вас ждет очередное приключение Антонины и Виктора. Всем приятного просмотра. Антонина, во-первых, что у тебя за модные сапожки? Это первый вопрос. Ну, сапоги, да. Ладно, второй вопрос. Ты изучал биологию в школе? Нет. Нагнись под коня. Ну, грубо звучит, но сделай это. Я тебе что, кобыла, что ли? Что, видишь? Что? Ты уместилась там. Ребенок пропал. Ларис пустая. Пустая. Лариса, стоп. Ребенок, дитё, жеребец. Блять. Что-то произошло. Для тех, кто не понял, в прошлой серии мы с вами обзавелись двумя лошадьми. Они обзавелись друг другом, и одна из них должна была обзавести нас третьей лошадью. Беременность пропала. Лошадки я не вижу. Могла ли она, в теории, пока мы сидим на самоизоляции дома, родиться и умереть от голода? Короче, предлагаю не сидеть на месте. Давай побегаем по базе, хотя бы поищем коня. Может, он убежал просто куда-то? В окрестностях, бедный. Как коней звать? Гоу. Какашка Фиоми. Можно по какашкам найти, вдруг он какал уже. Сергей, пора принять тот факт, что дитё исчезло. Да не исчезло. Исчезло. Да должен он быть жив, он же родился. Блять. Ну как так-то? Юнец. Он был юнцом. Когда смерть постигла. Но он был молодцом. Ой, да, в дистрикте под названием Ад нам уготовлено место. Пиздец, крыша едет. Самоизоляция, самоизоляция, самодемобилизация. Выбора нет. Либо муравьи его сидят, либо мы его отсюда уберем. Достал топор. Будем считать, что ты просто его нежно убрал. Нежно сдвинул. Нежно сдвинул. Ежеси на небеси, солнце светится твое. Храни Господь тебя, все души твои под внизу в земельке лежи. Хорошо. А, может спариваться через 6 часов только реального времени. Понятно. Мы остались без жеребца. Нихера он срет. Это что? Это ты сделал? Это от этого. Чего? От мелкого. От мелкого. Из него такое не пойдет. Ну, от него выброшена зюзя, смотри. Че, смотрю, какашка обычная. Написано, выброшена зюзя. Не написано, что на какашке написано что-то, что ли, еще? Все написано на ней. Это, блядь, татуированная какашка. И сел на нее. Ничего не сел, я убрал. Короче, давайте с конями вопрос пока отложим. У нас другая... Перед глазами не мельтекаешь, меня сбил смысле. Ты не имеешь права говорить, пока я не займу надлежащую позу. Че я говорил? Кони. С конями вопрос проблемный. Давай решим другой вопрос. У нас с характеристиками проблемы.
у нас нет их. Мне в комментариях написали очень много советов о том, как вернуть характеристики, и в этой игре есть такая штука, как зельеварение. И с помощью одного из зелий мы сможем восстановить себе характеристики. Типа сбросить? Да, это суп амнезия называется. Угу. Как его приготовить? Смотри, значит, рецепт такой. Нам нужно 24 жареных первосортных мяса, 200 можжебери, 72 наркотика, 72 стимулятора, 20 редких грибов, 20 редких цветков и бутылка воды. Ты сейчас реально рецепт сказал, или ты просто наобум назвал какую-то дичь? Я на кого похож? Я инцай. Инцай. Ученый, точнее. Такие люди, как я, они не ошибаются никогда. И говорят только правду. Ты где? Ты как там оказался? Обрубила женщину пилою двухстороннюю. Не, ну ни стыда, ни совести нет. Не вламывайся в дом, не вламывайся в дом. Не вламывайся в дом. В дом не вламывайся. Не вламывайся в дом, постучи. Не вламывайся в дом. Кто там? Сука. Так, ну, с основным количеством ингредиентов проблем нет. По типу мяса, можжебери, вот это все у нас имеется. Но вот грибы, цветки и вот эти стимуляторы какие-то, вот это проблема. Он насрал на меня. На коленки прямо мне накакал. Нам сейчас эти хуйни засрут весь дом. Они срут каждые 2 секунды просто. Ты посмотри, они просто сидят на куче говна. В первую очередь нам нужен котелок, в котором мы будем суп варить. Во вторую очередь нам нужно ингредиенты. У нас есть множество из них. Мясо мы сможем добыть, убивая бронтозавров. Цветы у нас есть. Есть грибы, но грибов мало. То есть нам нужны грибы. Так, что там еще надо? Можжебери. Можжебери у нас есть. Мы найдем сколько угодно. И также там нужны стимуляторы. Стимуляторы делаются из белых ягодок. То же самое, что и наркотики. То есть все это мы сделаем. А для стимуляторов нужны белые ягодки и что? И наркотики? Нет, и селитра. А у нас есть селитра? Есть. Много? Мак. Бук. Дорогой компьютер, по-твоему? Короче, я уже запутался, что нам нужно, что нет. Самое главное — найти грибы, потому что остальное мы сможем произвести, ну, в порядке довольно-таки привычным для нас. У меня проблемы. Я взял в шкафу дерево, чтобы донести его до костров, дабы пожарить мясо. Я не могу сдвинуться с места, потому что нет характеристик на вес. Я не могу сдвинуться с бревном в руке. Да как так-то? Ты сколько взял? 500 дерева, что ли? Да я одно бревнышко взял. Возьми штук 20 и все. Вот, возьми половину. Я не могу идти даже с этим количеством дерева. Зачем тебе так много дерева на то, чтобы пожарить 2 куска? Тифтелек! Даже бежать не знаем куда. Ну смотри, где грибы можно найти? Они бывают либо наземные, либо в каких-то болотных деревьях, либо в кристаллах. То есть из кристаллов могут выпадать эти грибы. Грибы из кристаллов? Как они вообще выглядят? Как вот выглядят они? Ну грибы, представь грибы. Представил. Вот так они выглядят. Блять, сдался тебе этот вес. Я вот без него живу, и мне норм. Как ты без него живешь? Я только что не смог из ящика бревно дотащить до костра. Конечно, 500 штук взял, блять, и не можешь. Я взял 100. Почему я могу 100 донести, а ты не можешь? Потому что женщина крепкая, духом сильная, а я мужчина. Я в броне и со всем обмундированием, и у меня еще процентов 70 вес свободно. Это все ложь и провокации, ты меня провоцируешь. Далее мы все-таки нашли эти редкие грибы, и теперь у нас, по сути, были все нужные ингредиенты.
Осталось только все это подготовить. Так, нам нужно для наркотиков что? Точнее, для стимуляторов. Нужна селитра и стимберри. Стимберри есть. Селитра делается из камня и кремня. Так, давайте посмотрим. Камень 30 штук. Кремний у нас одна штука. Балдеж. Забалдеж, в рот возьмешь? Вот как мне идти добывать все? У меня даже с камушком во рту не могу сдвинуться. Вот представь ситуацию. Я на анкилозавре добыл много камня. И кремния. Пришел на базу, нужно все выгрузить в шкаф. Каким образом я это буду делать? По одному соточке, камушку? По соточке. По соточке, отец твой пьет по воскресеньям. Скажешь мне, я все перенесу по соточке. Я могу по соточке носить, ты не можешь. Слабень, блять, слабость, ходячая слабость. Я не слабость. Я движусь вперед, я развиваюсь, а ты по соточке так всю жизнь не будешь таскать. Смотри, что я сейчас сделаю. Я как смотрел этот Стюарт Литтл? Да-да-да. Там да, этот орел, блядь, поднялся вот так вот и такой... Он... Чё, еблан? Ему вообще все равно просто. Даже дверь открыта. Мне вообще похуй, даже дверь открыта. Вообще похую. Так, ладно, пусть пока селитра крафтится, надо сделать котелок, потому что варить-то суп не в чем. Котелок, болотной, три кастрюлечки. Дерево, камень, кремень, камень, дерево, солома. Так. Все, мясо заготовлено с запасом на голодную ночь. Ох. Балдежно. Ну чё, жена, ты женщина в доме, хозяйка, варей суп нам. Ты чё, сексист? Я сексуальный, но не сексист. Ты сексист. Ты сексист. Ты сексист. Ты сексист. Женщина не посудомойка, а посудочистка. Готовь суп, ага. Ну давай, сам себе приготовь хоть раз. Приготовь хоть раз, давай хоть раз приготовлю, а ты потом будешь... Хоть раз приготовь. Приготовлю, а ты хоть раз приготовишь? Я готовлю хоть раз, уже много раз. Кто? Первая кастрюля у нас. Какие? Но никто еще не готовил. Все, заебал, давай уже пей свою микстуру, блядь, и поехали. Какую пей? Ее еще сделать надо. Кто варить будет? Закрою дверь, открою, как приготовлю. А! Ты меня укуснул! Я был заморожен. Я что тебе, морозок? Короче, мне вот все время жарко, да, я типа бегаю, мне все время жарко, типа я перегрет. Я сел на виверну, и мне холодно стало, потому что типа она ледяная виверна. Тебе холодно стало, потому что у тебя сердце морозовое. Тебе стало холодно из-за того, что между нами лед. Тает? Тает, это средство для мытья посуды. Наметает лед. А мы любим мед. Извините. Так, стоп. В котелке нет ничего, кроме пустых клеток. И, следовательно... Что это такое? Короче, вопрос назревает. Каким образом нам как... Ну как, воды наливаешь, потом засыпаешь ингредиентусы и все. Так нет ни одного рецепта, что он приготовит? Мы сейчас просторим ингредиенты. Все. Нет. Чё нет-то? Ты все ингредиенты запихиваешь?
И чё, он... И поджигаешь. И весь всё сварится в какую-то непонятную кашу. И всё сварится в балдёжную напиток, балдёжный напиток. Ну, либо иди гугли, как варить в котелке. Нет, я доверюсь тебе. Не надо. Не надо. Я доверчивый. Нет. Да. Сейчас всё проебёшь и будешь всю жизнь таскать, блядь, по соломинке. Аргумент. Ну что, ты готов к первым опытам с амнезийным супом? Я-то готов. Но так тебе его пить. Я-то готов. Если что, вдруг со мной что-то будет не так, ты сразу, ну, предпринимай любые предприятия. Предпримешь? Предприму. Все, на счет три. Раз, два. Ты кто? Ты кто такая? Садись, расскажу. Кто такая? Сикая. Кто я? Ты Виктор. Я Антонина. Люблю ползать. Выпил зелье, ты. Забылся. Вспоминай давай. А! Антонина, извини, ой. Суп на меня как-то подействовал, забыл все. Конечно, он же амнезоидный. Так, ну что, эксперимент-то удался, а? Все мои характеристики сброшены. Я могу теперь сделать так, что я нормальный. Вес вкачать себе. Как можно больше. Куда ты, блядь, ты чё, грузчиком собрался работать? Я грузить собрался, самосвалы! Я хочу, чтобы я ходил и ноги не уставали. Мешок гвоздей. Это мешок гвоздей. Я балансириха. Ты знаешь, ты как Юла. Так, короче, давайте решим, что вкачать. Я вес вкачал себе уже, у меня вот 800 килограмм теперь можно перетаскивать. Также я вкачаю себе выносливость, чтобы бегать как мамай, а не как мумуй. Опа, перевкачал. Что-то я сильно. Я еще очень, очень, знаешь, соскучился по... По папе? По... Что по? Все, ничего. К сожалению, фрагмент, записанный далее, был утерян, поэтому по ком скучал Антонина, невозможно узнать. Но одно известно точно. Дальше наши герои отправились приручать Мегалодона. Так, Никитоса, видишь, она выпрыгивает из воды. Вон она уже. Вижу, она ест какую-то утку. Она утку съела и теперь ест. Пойдем быстрее, доплыви. На курс налево, направо, по правому флангу. Короче, смотри, тактика такая. Сейчас я проплываю мимо, ты в нее стреляешь, и я ее веду к берегу. Так. А где сам Мегалодон-то, по сути? Это вопрос такой. Утка живая, а она что, живую утку кусал и забил на нее? Что за бред? Что за тупой Мегалодон? Может, ты нырнешь и посмотришь? Может, ты нырнешь и посмотришь? Давай. Вот он. О! Он умер, блядь! Его что, утка убила? Пиздец! Просто сумасшедшая утка убила Мегалодона. Вот это утка, конечно. Я походу понял, почему Мегалодоны вымерли. Их утки поубивались. Да. Тише да гладь. Тише да гладь, да? Где Мегалодон все? Мы что, это был последний Мегалодон, на этом закончилась их эра? Походу да, блядь. Ты чё? Ебать, ты смешно плаваешь, как селёдочка. Смотри, на меня и так же? Да. Смотри. Тебя как будто штормит в карусели какой-то. Вот он, вижу плавничок, кажется, я спереди. Ага, я видел, тоже мелькнуло. Не скроешься от нас. Погоди, тормозни. Вдруг там много, мы сейчас в самое пекло приплывем.
Давай проверим. Так, вон один, вон второй. Вижу. Короче, смотри. Предлагаю, что? Подожди, тормози. Ты куда? Я за ним хочу. Я за... уже чувствую кровь. Кровь ты почувствуешь, когда она из тебя польется. Он форельку скушал, я вижу труп форельки. Так. Вот он прям, смотри, бум, на. Бум, еще на. Да куда же вы уплываете-то, суки, я за ним. Я тоже. Че он такой дебил, он должен даже кусать, он хищный. Алло. Мегалодно. Медузы за нами вышли на охоту, сейчас за электрозу. Заэлектризует. Опа. Развернулся, Кент, блять. А сейчас ты, я бегу уже, начинать бегаю, бежать. Давай, я на плоту. Давай, подъехай ко мне. А я задом не умею ездить. Давай. Я не умею задом, давай, плыви. Плыви. Еще две медузы на тебя напало. Я слеп. Давай. Блядь, плыви нахуй. Затви на плот. Упал. Я упал. Он опять отстал. Опа! Все, лег! Все? Да, все, лежит. Здорово. Помедузь, шали. Иди за плотом, я помедузь пошалю. Ой, давай вместе шалить. А она сука, быстрая, падла, блядь. Я сейчас захлебнусь. Все, иди нахуй. Агрессивно. Я морской пират, убиваю все, что может мне помешать. Смотри, я тебе мешаю. Нет. Одну вечность спустя. Не понял. Чё? Как я мог пропустить такое важное событие? Я слышал эти звуки твоего самого быстрого прихода за комп на свете. Отошел, называется, пописать на секундочку буквально-таки и пропустил приручение. Какой балдежный мегалодон. Такой рот большой, блядь, зубастый. О-о-о, 38 уровень, балдеж. Его не съест? Его? Да. То он всех съест. Кому? Вот его заглушили, блядь! Его глушат! Помоги, пистолет достань! Его глушат, суки! Да блядь, сука, где эта ебучая мразь? Меня оглушили! Сколько их здесь, блядь? Меня ебут! В очко меня ебут! Перестреляй этих тварей! Патроны все закончились, все. Сука, блядь! Ну ёбаный на просто... Сколько их здесь было? Их здесь было штук 8, блядь. Мы прям напоролись на их гнездо, блядь. Ну как так? Поплыли туда, где первый раз он был. Может, там заспавнился уже. Охуенно приручили, блядь. Суки, блядь, ёбаные. Суки, блядь. Короче, не, надо седло, чтобы самому его домой везти, иначе он, блядь, так опять его нахуй зажарит. Я еще такое говорю. Вдруг его сейчас убьет кто по пути. И через секунду. Да, его никто не съест. Я говорю, он всех сам съест. Ага, блядь, съел. Ух, что-то страшно. Стремновато. Ой. Стремновато! Все. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пам-пам. Пум-пум. Мама. Это будет мама. А второй будет папа. Может быть, посмотришь на его пол, а потом будешь называть. Подожди, это у нас ремонт плота. Ремонт. Недостаточно ресурсов для ремонта. Деревянный фундамент. Ты что, ты ко мне прям смотри, как котенок ласковый. Пол мужской, блядь.
Это папа. Это папа. Смотри, как я встал на него. А ты можешь как дельфинчик выпрыгнуть на нем и воздуха глотнуть? Я дельфин. Драг рейсинг, рев моторов, 402 метра. Здесь надо фонг подставить, знаешь? Типа как этот мент крутит руль, и вот так вот вокруг. Да-да-да. Вот, блядь. А ситуация возникает, и нужно резко включить организм на отработку чего-то, да, там резко. Там или силовой какой-то прием, да? Пошел. Блядь, медузы! Суки, сейчас перекусаю всех, перекусию начнется. Я! Блядь! Отстаньте от него! Вы вздыхайтесь, глотните! Да я ебал в рот эту игру! Пизда тебе. Ёбаные медузы! Проснулась. Доброе утро. Уёбки, блядь. Я их выебу в рот сейчас всех просто. Чмо, блядь. Я нахуй пожалею, что родились, блядь, на своем ебучем... В своей ебучей матери, блядь. Медузии, суки, в медузии пизде, блядь. Они пожалеют, что они вылезли оттуда, блядь, из пизды, из медузии. 8, блядь, часов спустя. Короче, давай сейчас, знаешь, на чем сосредоточимся? Ты меня аккуратно проведешь до дома, потому что мы третьего. Я понимаю, Бог любит троицу, но Бог любит жизнь, а не смерть. Поэтому мы должны провести его аккуратно до дома. По берегу. Я подбегу к берегу и по берегу поплыву. Просто такой мелководный мегалодон. Я боюсь его, блять, он меня нападет сейчас. А, вижу, плывет он. Близко? Уже близко достаточно, как я, он прям подо мной. Съебываемся. Какое-то говно, меня что-то букнуло, когда я плыл. А, вон, он за мной плывет, огромное говно. Надо убить его. Нет, приручим прямо у дома. Ладно, короче, пизну, нам пока одного хватит. Тихо, дружок, блять, малыш! Все, пизда, уплыл. Надо будет потом построить какой-нибудь подводный загон для них, чтобы их не переели медузы какие-нибудь залетные. Казалось бы, зверь морской, убийца всех убитых. А его медузы сидят за секунду. Самый привередливый к охране динозавр. Конечно, в планах было приручить парочку мегалодонов, но, как вы видите, ситуация не располагала к себе. Спасибо огромное всем за просмотр, на этом мы закругляемся. Не забывайте про лайки, пишите в комментариях свои советы или идеи, что нам сделать в арке. За кадром мы попробуем приручить еще пару лошадей, чтобы они нормально спаривались, приручить второго мегалодона, чтобы на следующем видосе на это время не тратить. Ну а увидимся мы с вами уже в следующей серии. Переходите по ссылкам в описании, заходите на мой второй канал, на Twitch Никиты, да, он есть в описании тоже. Возможно, прямо сейчас там идет прямая трансляция, где мы с ним играем в смешную игру, и нам весело. Поэтому вырубай видос, всем пока, иди смотреть стрим.